С самого утра в кафедральном соборе, который носит имя Великомученицы, на торжественную литургию стали собираться люди. Службу провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Вместе с прихожанами большой праздник в храме встретил глава региона Вениамин Кондратьев и атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. Многие верующие приехали из других городов и районов края. Я приехала из другого города, из города Тихорецка, специально на службу, для того, чтобы помолиться Святой Мученице Екатерине, поблагодарить ее за все. Она помогла мне сегодня сюда добраться благополучно, оставила маленькую дочку дома. Это один из самых важных, наверное, праздников вот, и в году, и вообще и в моей жизни, поскольку я тоже ношу имя Екатерина. Для меня это День Ангела, а вообще это большой праздник и для нашего города Екатеринодара, и для Екатерининского собора. Считается, что святая помогает во время трудных родов. Также своей покровительницей Екатерину называют философы. Просят поддержки у нее преподаватели и ученики. Сегодня в память о великомученице горожане прошли крестным ходом по улицам Пушкина, Гоголя и Куйбышева.